Северокавказский многопрофильный медицинский центр в Беслане празднует свой юбилей. Поздравить с десятилетием работников и врачей медцентра собрались в Остинском театре. Сейчас в центре лечат самые сложные заболевания на современном оборудовании. Наши специалисты стали одними из лучших в таких сложных отраслях, как нейрохирургия и урология. Поздравить врачей приехал и председатель правительства Северной Осетии Теймур Астускаев. Он лично вручил дипломы и памятные подарки отличившимся работникам медцентра и пожелал успехов в работе. Благодаря великолепной материально-технической базе, хорошему управлению, а самое главное, уникальному коллективу центра, вы стали гордостью здравоохранения не только нашей республики, но и всего федерального округа. Я горд и счастлив признать то, что мне повезло, реально повезло работать в таком крупном и уникальном в своем роде медицинском центре. А уникален он в первую очередь, конечно, подбором кадров, подбором специалистов. Помимо коллектива уникального, да, он уникален еще тем, что он многопрофильный. Это один из немногих медицинских центров, который оказывает помощь по нескольким, а по 15 и более профилям.